Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Начало июня 2023 года. Нахожусь в своей новой теплице, где в этом году были высажены технические сорта винограда, которые в условиях Нижегородской области в открытом грунте не вызревают. Сегодня с вами хочу поговорить о том, почему саженец, который вы посадили, может не прибавлять в росте. Вот в данном случае кустик цитронного магарача, видите, прирост небольшой, буквально 25-30 сантиметров. Почему же так происходит, что после высадки куст не начинает давать большого прироста? Причина очень простая: недостаточно развитая корневая система. То есть виноград развивается, нижняя его часть корневая и верхняя довольно-таки пропорционально. То есть чем сильнее развита корневая система, тем лучше будет развита и верхняя часть винограда, то есть наши плодовые стрелки. Давайте сейчас я покажу другой куст, который был выращен в большей емкости. Посмотрим, какой прирост у него. Вот куст, который был выращен в 5-литровом горшке. Тоже саженец прошлого года. И видите, насколько больше у него получился прирост. Это произошло, что корневая система у него была тоже хорошо развита. Ну, достаточно хорошо развита в сравнении с тем саженцем, который был выращен буквально в емкости 0,8 литра. Поэтому переживать за то, что у вас в первой неделе саженец прироста не дает, не нужно. Некоторые подкармливают, но я этого не делаю. Жду, когда разовьется лучше корневая система, и саженец тогда будет прибавлять в росте. Что необходимо делать? Это вместе со всем виноградом проводить зеленые операции. Не забывайте профилактические обработки и не забывайте поливать. Поливаю я немного, буквально литров 5 под куст, иногда даже 3, так как у меня кусты посажены не глубоко, примерно на 30 сантиметров, а вот в данном случае до корневой системы буквально 15 сантиметров, так как оставил еще ямку, чтобы земля лучше прогрелась. Как только земля прогреется, я эту ямку засыплю, сделаю ровные и сделаю так же, вот как первый ряд сделал, видите. То есть вот так вот будет это выглядеть. Поэтому не переживайте, всему свое время. Как только нарастет корневая система, виноград пойдет в рост. Если моя информация была вам полезна, можете поставить лайки, пишите комментарии. Всем хорошего настроения, отличного здоровья и всем пока!